Вот вокруг рыжики. Вот здесь тоже в траве. Вот в траве сидит. Вот в травке рыжий в мху. А? Какой красотуля. Главное не наступить, потому что вот рыжики, а помельче вот тоже. О, красота. Ну, эти, наверное, червивые. Ну, даже склоняться иной раз не хочется. Ладно, вон тоже рыжий. Красава. Вон там. Вот, пожалуйста, красотули. Красотули. Он там тоже выглядывает. Спрятались. Спрятались. Хорошо. Это масленок. Уже и брать не хочется. На жареху. Ну, я думаю, меня поймут люди. Вроде рыжиков надо. Маслята попадаются такие крепенькие. С такой пленочкой. Ну, как не взять? Сами просятся. Все хорошо, но трава, конечно, высокая. Вот она, выше моего роста, так это. Ой. Так вот и не видно. Иногда идешь и слышишь хрум-хрум. Вот что-то непонятное. Вот рядышком тоже, видите, иголками все закрыто червивой. Вообще не видно в мху этих товарищей. Хорошо. Да. Говорят, в таких случаях хоть литовкой коси. Так, это маслята, там рыжик,
здесь рыжики. Вот это тоже рыжики, и это рыжий. Дальше вон там вот тоже, видите, рыжий, рыжий, рыжий. Тут и маслята. Ну, в общем, интересно здесь. Вау. Вау. Тут целая куча. И там. Вау, вау. Все, камеру выключаем. Некогда. Ну, вот помаленьку прибывает. Вот уже такие интересные пошли. По несколько вместе штук. Ступать боишься. Хрумкать начинает. Думаешь, ступишь и все. Но это маслята, уже на них не смотришь. Это тоже уже старый. Ну вот, ведерко есть уже. Можно дальше собирать. Ну вот осинник. По-любому тут должны быть красноголовики. Подосиновики. Так, это что у нас? Рыжики. Ну, на обратном пути сейчас мы проверим это хозяйство. В осинник зайдем. О! Есть один красотуля. Молоденький такой. Вау! Так, и что у нас там? Только один, что ли? Нифига себе. Я помню, на Липовке с дочерью на одной поляне 53 красноголовика нашли. Но это было очень давно. Ай, какая пуговка стоит. Вот тоже, видите, красноголовик. Пусть растет, малыш. Это маслята, что ли? Или красноголовики. С камерой неудобно. Нет, красноголовики. О, красавцы. Ну, это тут же и бабки, что ли, липоганки эти, нет? А бабки? Подберезовики. Вот. Хороший лесок. Тут и маслята, и бабки, и подберезовики, и красноголовики. Чего только нет. Ладно, надо взять. Вот еще один. Ой, красотуля. Ведро оставил там. О, какой красноголовый стоит. Вау, вот это да.
Так, дела идут. Вот остановился случайно, а там вон два красноголовика стоят. Их, их. Где вы, ребята? Вот так вот.